Так, у меня немного вылетело. Я склею, скорее всего. А может быть, распилю на две части. Ага, я могу им продать. Тут на самом деле столько работы. Нужно собрать 11 книг, продать изумруды. Потом за 10 изумрудов можно купить алмазный меч. Но да ну это нафиг все, знаете, пойдемте к пирамиде. Я думаю, я уже достаточно купил. У меня осталось еще две деньги. И тут есть библиотека. Лол, тут карта. Прикольно. Так, что у нас здесь? Нет, все. Хватит тариться, а то это уже на не на прохождение карты похоже, а на что-то вообще упоротое совсем. А, все, точно все. Идем, прочитаем табличку. Окей, у него там пол из верстаков. Классно. Какое-то здание. Я так и не понял, что здесь написано. Халбор билдинг. Я не знаю, что это. Опа! Давай, всплывай. Сесть на лодку и поплыли. Ту-ту-ту-ту. Но там первая часть, которая, ну, у меня там вылетела, там 15 минут длится. Я думаю, я посмотрю, если это будет длиться 15 минут, то может быть как две части залить. Вот, а если нет, ну склею. Не знаю, зачем это сделал, но... Так, вот эта огромная пирамида, вот она. Я думал, мне нужно было идти по дорожке, но я как-то уже странно все сделал. Пирамида, спасибо. А здесь что? А, это кладбище. Абвалах Бабасан. Том Брэждер. Дойохой Слусяк. Хрень какая-то. Ладно, пойдемте в шахту. Сходим в шахту, не будем торопиться с уже предвкушающим, наверное, путешествием пирамиду. Я лучше скажу еще, чуть погуляю по острову. Ок. Закрыто. Окей. Я думал, тут можно сделать себе еще одно приключение на задницу, покатать по шахте и там, не знаю, разбившись в какой-нибудь яме. Было бы классно. Типа нехрен лазить тут. Итак. Adventure starts here. If you need a code, you want to enter the party. Окей. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ага. Так, у нас получается код 5137. Ей, все открылся, это что? Окей, что-то все двигалось, но. Я не знаю, но вроде все открылось. Да, все открылось. Я помню, была игра «Мумия», и у меня до сих пор, на самом деле, не очень хорошие... Что за херня? По-моему, закрыто. Не очень хорошие отношения с пирамидами, потому что там было все очень страшно. Там мне было лет 5, наверное, я в это играл. Что-то щелкнуло. Да, действительно. Я не знаю, что делать. Эй, окей, попробуем еще раз код набрать. 5137. Во, открылось. Я думаю, там просто не нужно кнопочку нажимать. Нет, тут реально все закрыто. А, вот оно. Да. Ох, блин, уже страшно. Ах ты ж, блин, я думал, что должно вылезти что-то. Типа, если я не нажму на эту кнопку, то что-нибудь произойдет. Но нет, нифига. Ой, блин. Подождите. Вот так. Вот там такая лестница, кстати, тоже в «Мумии» была, а там пауки. Ну, это, в принципе, довольно-таки предсказуемо, что здесь пауки. К счастью, я хоть паутину ломать могу. Но у меня же моча, блядь. Нет. Не хочу умирать, нет. Слишком глупая смерть. Надо было молока купить, если бы я знал, что здесь такое. Я потратил оставшиеся свои деньги на молоко, как истинный Александр Невский, но нет. Блядь, что ж ты? Вот они мне просто подбрасывают, и в итоге я в воздухе вишу, я ничего сделать не могу. Блин. Я еще умру, как бы. Так, окей, у меня 1,5 хп. Я, конечно, хоть и медленно, но должен отхилиться. Другое дело, что я даже не знаю, куда здесь идти. Нет. Я не знаю, куда идти. Так, окей, он уже идет. Есть камень. Сука.
Сука. Я не должен умирать от яда. Не, все-таки, наверное, я поделю на две части, потому что это жесть. Это жесть. По кому они там стреляют? Ну ладно. Куда идти-то, блин? Может быть, мне налево надо? Да, судя по всему, да, твою мать! Нет, не трогай меня! Какой Fight of Darkness? Вы чё, у меня одно хп, идите на... Идите нахер, я... Нет, это... так нельзя, мне похилиться надо. Ладно, у меня есть пистолет, я пока пострелять не могу. Попал. Ну! Да ну его в жопу. Итак, тут еще остались паучки, я думаю, их лучше добить. Чтобы они нам не мешали. Так. Блин, что-то... Вот это что-то... По-моему, это и есть Darkness, типа. Сука, какой-то опасный паук. А, тут сейфпоинты есть. Блин, чекпоинты, то есть... Да, это был какой-то реально неправильный паук. Сейчас что-то произойдет? Эй! Ну я вставил глаз. Что-то, наверное, должно произойти. Эй, кривой пацан с кривым лицом, я не знаю. Что-то ведь должно произойти. Это же не конец. Ага, тут что-то есть. Ах, по-моему, это просто он недостроил чуть-чуть. Горбачев прямо. А-за-за, какие шутки я тут толкаю. Так, я не знаю, куда надо идти. Я пока под паузу, наверное, поставлю, чтобы сообразить. Я тут немного тупанул. Я не знал, что стекла разбиваются в этом режиме. И... Да... Все, я очень глупо сделал. Ой, блин. Ну, у нас все равно, когда ничего не открывается. Поэтому... Я хрен знаю, что делать. Так, ладно. Знаете что? Я понимаю, что что-то должно было открыться. Угу. Мне кто-то рассказывал, что можно вот так вот сделать. Да. Вот. Ну, это точно должно открыться, я в этом уверен. Что мне нужно вот сюда вот идти. Далее, вот. Но, видимо, что-то с механизмом случилось. Мне ничего не открылось. О, боже мой! Нет. Тут еще течение. Оно. Как тут все опасно, однако. Пар. Кур, блин, нет! Ай, черт. О, вода. О, ей все. О, прикольно, хилочки. Так, успех. Тут сюда. Оно какие-то, это мгновенное, да, кто? Ага. Ух, блин, да ладно. Да не может быть такого паркура. Вы что, это ж вообще... Понятно. Была плохой идеей. Да, это тоже была очень плохой идеей. Ах ты ж. Блин, я не представляю, как это проходить. Это очень жестоко. Это очень жестоко. Там какая-то кнопка есть, но я не хочу до нее доходить. Блин, нет, твою мать. Ах ты. Да, я опять учился здесь. Так, ладно, подождите. Так, что делает эта кнопка? Ого! Вот оно что. А до сюда мне как идти? Может, здесь какая-то кнопка была, которую я не заметил? Я просто реально с геймодом, потому что я не знаю, когда тут допрыгнуть можно. Это вот до сюда прыгнуть, потом нужно сюда, потом нажать на эту кнопку и... И я вообще не знаю, как это можно успеть? Не, ребят, я это испытание мы скипнули. Я его честно не прошел. Можете об этом написать еще раз в комментариях.
Никто же не заметил, что я его не прошел, да? А, вот ну вещи. Ну, мне там не особо нужны, там говно всякое. Так, что здесь? Привет, скелет. Я потом к тебе приду. Чекпоинт. Get ready for the test, your faith! I'm ready, go on, what you want to do with me, go on. Ага, тут какой-то рычаг. А? Что? А, я... Ах, не стой. Сколько? 2 минуты? Ок. Мне интересно, я плыву куда-нибудь или я просто горю в лаве? Ну, наверное, я куда-то все-таки падаю. Или нет? Нет, я просто на дне. На дне еще. Ну реально, вот он. Вот оно дно. Я не вижу ничего. Как бы. Скоро огнестойкость кончится. Эй. О, есть. Есть. Я хоть как-то это сделал. Я вообще не представляю, что это было, но это было страшно. Там же вообще ничего не видно. Вот. В воде-то хоть что видно, но, блин, я горю, типа. Всякое дерьмо, прикольно. Зелень еще виднее. Ну, еда мне нужна. Так, что пытаюсь сделать сейчас? Я, по-моему, пытаюсь все разложить. Так, значит, шутка. Взрывоопасное зелье огнестойкости. Ага. Открыть-то как? Может, ты перестанешь гореть? Так, что я должен дальше сделать? Может кто-то нажать, может... О! Блин. Окей. А может это ловушка была, я не должен был сюда прыгать? Да, наверное, не должен был сюда прыгать. А, вот, подождите. Так, мне не просто так дали зелье. Окей. Видимо, что-то там заслоупочило с механизмом. Мне кажется, должен был чуть не сразу упасть. О, крыса. Че, реально крыса? Да нет, это не крыса, это говно какое-то. Это тоже говно какое-то. Нет, это крыса. Не нахер. У меня мачете. А крысы, как всем известно, это насекомые, поэтому... Нет, нихера. Так, ладно. С ночным видением, да, полегче лабиринты проходить. Однако... Я что-то бегать не могу. Что-то из ночного видения. Слепота? Слепота с ночным видением вот это дает? Ок. Интересно, от чего у меня слепота? Что-то как-то... Что за шум у меня в комнате? Что-то как-то долго, ага. You will die soon. Оу! Оу! Я же не вижу ничего! Я всего лишь слепой! Да, давайте, уничтожьте там друг друга, и все будет замечательно. Нифига себе! Воу-воу! Я же не вижу ничего. А, у меня же хилки есть. Точно. Ладно. Я же ничего не видел, то это более чем негуманно по отношению ко мне. Это просто пипец как негуманно. Теперь у меня картины есть, много картин. Я не хочу на это нажимать. Ну ладно, уже нажал. О, прикольные золотые доспехи. Для каких пидорасов? Ладно, золотые доспехи, естественно, не буду одевать. Но я вижу какой-то здесь подпольный сундук. Точнее, скорее даже подпотолочный, но это особо роли не играет. Так, это уже все можно выкидывать, скорее всего, нам не понадобится. Нет, стрела нужна. Подождите. Ок, амму и стрела, я даже не знаю. Вау. Ну нет, спасибо. Хотя нет, вот это я, конечно, возьму, потому что у меня тупо нету такого. Boost potion. Сила, скорость ночная. Угу. Хлеб. Тыквенный пирог никаким особым свойством не обладает.
Ну и сундук Эндера, в котором ничего важного у меня нет. Нет, 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 нет. Да сука. Это ж надо, да? С одной растяжки на другую попал, блин. Аккуратно. Вот так вот. Я даже знаю... Ха-ха-ха-ха! Всех наебал! Всех обманул! Нет, нет, нет! Уйди, 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 уйди! О, уйди! 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 Уйди нахуй! Уйди! Уйди! Куда идти? Ах, блин, так это паркур! Я не заметил тогда, что тут паркур есть. Я думал, так и надо сюда спрыгнуть. А, нет, туда реально надо было спрыг, блять, ну, но... Суки, блин, это жесть, это его... Вот это жестоко. Вот, прошлый паркур, весь, который... Это херня, вот это жестоко. То есть, мало того, что мне прыгать надо, так я еще, если падаю, попадаю к 5 криперам и 7 зомбам, замечательно. А, я прошел. О. Так, что, блин, такая большая пирамида. Такой... А, у него штаны! У него штаны! У него штаны! Ой, у него ботинки! Ботинки, у него ботинки! У меня каменное сердце, а что это значит? Я никогда не убивал иссушителя, поэтому я без понятия, что такое иссушение. А, окей. Ничего особенного. Я думаю, нам пустые фласки не понадобятся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, иди. Я понял, что штаны это довольно-таки опасно, можно же мне об этом не напоминать. You move too far, my warriors will kill you soon. А у тебя нет штанов, а я тебя не боюсь. Вот так, сосай. Что ты сильный какой-то, ну тебе... Нахер. Мне явно надо кого-то убить, но... Нет, вылези оттуда, я ж... Ага. Я его отсюда не достаю. А, у меня же есть пистолет. Вообще они могли как бы в текстурпаке сделать пистолет. Не знаю, почему они не сделали. Какой же ты живучий засранец. Вот он. Твой тан 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 никто ничего не увидел. Во-во-во-во-во-во! Опа! Опа! Оп-оп! Просто как бог. Что это? Зачарованная книга. Здесь же наковальня нет, как я должен зачаровывать? Или есть наковальня? Где-нибудь скрытая наковальня? Нет? Ну, нет так нет. Просто книга. Может, можно вот так вот как? Нет. У меня есть золотой меч, но... Наверное, я быстрее ему убью вот этих пацанов. Да, явно быстрее. Ну и опять что-то ничего не происходит, после того, как я эту фигню воткнул. Но оно явно открываться должно. По-моему, тут что-то не так. Придется опять ломать. Да, извините, конечно, за такое, но это не моя вина, что ничего не работает. А вот хрен. Я сам буду решать, когда мне применять зелье. Так, поесть надо. Стоп, а зачем мне на хот-баре вот это вообще, я не понимаю. Я это, конечно, поставлю. И даже вот так. Даже вот так. Ладно, все замечательно. Опять сундук Эндера. Нахер его везде пихать, если мне ничего важного нет. Еще и вещи не теряются перед смертью. Смысл? Так, окей, тут какой-то довольно-таки странный паркур. Не, что-то меня там подтолкнуло, по-моему. Ну ладно, ничего страшного. Так, здесь что-то было. Так. День... А там еще что-то есть. Ладно, все нормально, все нормально. Дин. И там вот. Воу-воу-воу-воу. Да, обратно, естественно, тут не вернусь. Но зато я могу вот сюда, наверное, залезть. Нет, не могу. И сюда тоже не могу.
Безысходность. Так, ладно, вернемся. Вернемся сюда. В принципе, как я понял, тут текстурпак немного меняет, поэтому особо, я думаю, глаза мозолить это не будет. Вот лестничный паркур я, конечно, не очень люблю. Я, конечно, все паркуры не очень люблю, но вот лестничный особо. А что я делаю? Ну ладно. Я просто не понимаю, зачем я все это делал. Может быть, в том, что я здесь тыкаю, вообще смысла нету. И... Вот. Но вот последняя кнопка, как бы. Мне кажется, что я настолько силен, что... Да, я настолько силен, что могу даже особо и не париться. Могу просто дотянуться. Ой, господи, собака большая. Да, конечно, собака, ё-моё, вот это четко. Так, это сюда, это мне не надо больше. Небесная кара, защита. Так, защита, ну, хотя мне, в принципе, у меня нормальная броня, наверное. Да, нормально. Нет смысла новую заказывать. Так, небесную кару, остроту и отдачу, это все. Полетит вот этот меч. Так, зелье мне. Что? Зелье силы? Нет, пока не надо. Главное, чтобы у меня на худбаре были зелья хилки, а остальные мне насрать. А, стоп, подождите, нет, все окей. Так. Ой, как у меня много дерьма, которое мне не нужно. Ой, как много. Нет, это нужно. Нет, подождите, это защита. Защита мне не нужна. Мне нужна острота, небесная кара и отдача. Остальное нафиг. Это вот так. Вот, все. Где наковальня? Ага. О! Наковальня сломалась, какого хуя? Да вы охренели, что ли? Эй! Это нечестно, я себе хотел дофига зачарования накидать, а наковальня сломалась после первого удара. Ну, блин, это скучно. Теперь у меня алмазный меч с отдачей один. Еще и по книге зачарованный. Что можно сделать тупее? Иди нахер. Я, конечно, не знаю, как я вас буду сейчас бить с отдачей один, но я могу забиться в угол и... Да, и вы ничего просто против меня сделать не сможете. Затралено! Ахаха. Что здесь есть? Уах! Типа это победа, да? Типа вот тут всякие сокровища. Сокровища! Главное это алмазы, изумруды, остальное... Остальное это херня. Золото... Золото никому не надо. Надо очень избирательно. Всегда, когда я смотрел фильм, где есть всякие сокровища, все постоянно сразу золото берут, в то время как в комнате лежат всякие алмазы, там золото. Но эти алмазы золото намного круче. Ух, блин, нифига ты отскакиваешь. Ты суров. Ой. Блин, что ты сильно бьешь, эй. Пацан, аккуратней. Аккуратней. На, урод, ой. Нет! Нет! Какой же ты сильный, а? Твою мать. Что-то тебя настроили как-то очень плохо, а? Ай, говнарь. Иди сюда. Иди сюда! Так, где? Boost Potion, да. Тут подожди, дай мне забафаться. Забафаться дай. Тут где-то было еще силы, вот. Ну что ты теперь мне сделаешь? Да, давай подеремся, да, motherfucker, take here and here. Ой, помню, я только себя этим дерьмом ударил. Все бафы просрал. Окей. Ну как его убить, блин? Он по мощи неубиваемый. Я на паузу поставлю, ибо это не захватывает. Ну, ребят, ну это пиздец, на самом деле. Я его уже 15 бью, и я вообще не знаю, что с ним делать. Ну, серьезно, ребят, он бессмертный, наверное. Он меня просто заебал. Я думаю, если бы я зачаровал на небесную кару, то я бы это все довольно-таки быстрее как бы убил, но нихера. Как видите, он очень суров, да, то есть сколько я его лупил. Я его лупил минут 15 без записи, и он все равно живее всех живых, как бы, видите. Я его все равно как-то убить не могу особо. О, наконец. Я его очень долго бил. Очень. Мне это надоело. Тутанхамон, Рамзан Кадыров, возродись. Ладно, что-то опять, по-моему, нихера не работает.
Да, ни хера не работает. Но для начала надо очистить. Хотя я уже, по-моему, все очистил, что можно. Рутитуть сокровища, там 32 изумруда. Дорога какая-то. Угу, понятно. Я думаю, надо вернуться и забрать все. Хотя, ну, нахер. Need for Speed Underground 3. Так. Это меня уже пугает. Я ничего не вижу. И тут капает лава. Привет. Пока. Окей. О! Если я от этого умру, будет мега печа. Привет. Нет! What the fuck? Press this button. Что? Thanks for the... А, thanks you for playing. Да, я выиграл. Джекпок Компани. Ура, короче, мы эту карту прошли. А, до свидания, с вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока.